Дорогие друзья, рад видеть вас в этом гостеприимном ресторане, который уже мы считаем, можно сказать, своим собственным домом, хотя, конечно, владелец сидит здесь, и вот мы ему бесконечно благодарны за то, что он нам позволяет это делать. А мы это делаем в режиме домашней записи уже третий раз, слава Богу. И надеюсь, в этот раз будет еще интереснее, потому что наш девиз все круче и круче. Поэтому и этот концерт должен быть сильнее предыдущего. Вот. И мы его сегодня посвящаем памяти нашего дорогого Аркадия Дмитриевича Звездина, Северного. Я должен вам сообщить интересную новость. Во вторник, завтра будет установлен, уже, собственно, стоит памятник, новый памятник ему, стоит в крематории, который мы миром, всем миром собирали деньги на него. И, надеюсь, я его еще сам не видел, волнуюсь, как он, насколько он мне приглянется. Это уже второй памятник, первый памятник нам. Город мне не позволил поставить здесь, его увезли в город Иваново, на его родину. Каменный гость. А этот, наконец, мы ставим здесь. Но это не последний памятник, надеюсь. Мы проектируем ему поставить большой памятник. На нашем будущем проекте освоить проспект, Северный проспект, переименовать проспект Аркадия Северного. Так где-нибудь и будет стоять этот памятник на Новоспереперёстке. Об этом сегодня, может быть, исполнится вещь, мои стихи, подложенные на музыку, мы вчера пробовали. Ну, короче, дорогие друзья, рад приветствовать вас снова здесь. Желаю вам получить небольшое, а колоссальное удовольствие от нашего замечательного исполнителя Гарика Осипова.